Опускать руки, значит, вы должны остановиться. Если не опустит, продолжайте. Поставьте жердь обратно. Когда он опустит руку, вы должны остановиться. Стоп. Посмотрите на Джорджа. Не делайте круг. Стоп. Возвращайтесь к группе. Следующий. Шагом. Посмотрите на Джорджа. Стоп. Стоп. Надо на руки смотреть. Если он опускает руку, стойте. Не надо срезать угол, как она сделала. Левый повод, левый повод. Если лошадь закидывается направо, поворачивайте налево. Стоп. Найдите ей короткий конкурный хлыст. Следующий. Стоп. Ваши лошади торопятся, а они должны ждать препятствий. Следующий. Стоп. Стойте прямо, перпендикулярно препятствию. Следующий. Стоп. Лошади также торопятся, потому что вы сидите слишком назад. Такая позиция гонит лошадь вперед. Вот почему ее лошадь все время торопится. Следующий, совсем другой тип лошади. Я опустил руку. Когда опускаю руку, они должны остановиться. Следующий. Это то, что я хочу. Очень-очень простая вещь. Следующий.
Русские выдерживают критику лучше американцев. Стоп. Очень хорошо. Лошадь должна стоять прямо. Остановите лошадь, чтобы она стояла прямо. Не поворачивайтесь. Следующий. Смотрите на меня. Не смотрите на лошадь. Смотрите вверх и вперед. Следующий. Остановите ее, осаживайте ее. Осаживание, осаживание. Следующий. Джордж хочет, чтобы петля была внутри повода, а не снаружи. Стоп. Когда вы прыгаете, наклоняйтесь вперед. Чем больше вы будете отставать, тем больше лошадь будет торопиться. Следующий. Лошадь не вела так себя со мной, ни разу. Это очень хорошее упражнение, но у нас не слишком много времени, поэтому начинаем другое. Сейчас будем прыгать и делать 6 темпов между препятствиями.